новости шоу-бизнеса. Сегодня на свободу выходит охранник певицы Светланы Лободы. Напомню, молодой человек несколько лет назад, защищая диву от назойливого папарацци, убил журналиста телеканала 3+3. Сама певица в момент совершения преступления находилась в машине и стала свидетелем произошедшего. Посмотришь вслед, а я бегу на красный свет. Так манят облака в чужие берега, а я поранила с тобой нечаянно. А я сама себя сломала пополам, влюбилась так в тебя отчаянно. Так манят облака в чужие берега, а я поранила с тобой нечаянно. Я так ждала тебя, включу поворотник, уйду незаметно. Ну что мы наделали, спасаясь от ветра в холодной постели. Не заплачу и не закричу, и все равно тебя прощу. Как манит облака в чужие берега, а я поранила с тобой нечаянно. А я сама себя сломала пополам, влюбилась так в тебя отчаянно. Как манит облака в чужие берега, а я поранила с тобой нечаянно. Я так ждала тебя, узнала по шагам, а я твоя, твоя случайно. И не закричу, и все равно тебя прощу. Как манят облака в чужие берега.